Сегодня американское посольство уже в который раз вмешалось в наши внутренние дела. Госдеповцы вновь опубликовали список иноагентов в России со своей их поддержкой. При этом буквально требуют от нас отменить законы о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Во-первых, если американцы бьются за своих агентов влияния, значит, наши законы абсолютно правильные. Они мешают американцам вести у нас внутри страны свою антироссийскую подрывную деятельность. Кстати говоря, у американцев эти законы, подобные законы, действуют уже более 80 лет, и никто из них не собирается их ни менять, ни отменять, ни, так сказать, дезавуировать. Эти посылы, которые исходят из Госдепа, я расцениваю как необходимость и нам также дальше совершенствовать законодательство, направленное на защиту суверенитета Российской Федерации. Кстати говоря, я ни разу не встречал, чтобы кто-то из руководителей, должностных лиц нашего государства каким-то образом вмешивался в внутренние дела Соединенных Штатов Америки.